И то, что происходит сейчас на их земле, на нашей земле, да, на общей, и то, что делают грузины, мы, конечно же, надеемся и на Россию, на поддержку. И чем быстрее они нам помогут, тем мы будем рады. Мы с этим флагом создали Осетию, с этим флагом и будем жить в этой единой Осетии. А сюда мы пришли, чтобы поддержать просто наших братьев. Ребята, держитесь, пожалуйста. Потому что уже многие-многие туда едут, и мы тоже по возможности туда к вам присоединимся. А к России огромная просьба. Поддержите нас, пожалуйста. The Georgian military are well prepared for this war, and on their side of the border they have, well, numerical superiority. Russia has air power superiority, so it won't be a walkover that simply Russia wipes out Georgia. If it comes to a war, I believe it's going to be a bloody war for all sides. Это час, полчаса назад связывались с ребятами из Хинвали, которые сидят в окопах, молодые ребята, все мои друзья. Я спрашивала, как у них обстановка, то что по городу ездят зимские танки. Они никак не могут вывести